Вахид Магомедов, 16-й Сарапилхан Магомедов, это голкипер команды. 5-й Гаджи Гаджиев, 77-й Магомед Малаев, 21-й Ризван Хандулаев, 8-й Рамазан Абдурашидов, 7-й номер, по-моему, это Салихилов. 19 номер Гасан Салихилов, да, все верно. Амар Хасбулатов тем временем. Удар по воротам. И Сарапилхан Магомедов спасает. А что, перезагрузка какая-то? А, все появилось. Перезагрузка была какая-то. Итак, пока мы немного... мешкаться, думать, кому отдать этот мяч. Здесь Ахмаев. Вот более смелее именно Ахмаев. Вот он может и пробить. И он пробивает, и Абдуллаев Гаджи этот удар отгадывает. Ближний угол. Нет, это Хасбулатов Анвар. Передача на Маханова. Абакаров Муртазали. И здесь вот все равно доходит мяч до кого? До Билалова. Пожалуйста, головой пытался перевести, попал мяч в створ, и Сарапилхан Магомедов здесь справился. Имамат на чужой половине, и снова можно проводить атаку. Ну вот, теперь можно пробить, Абдуллаев отражает. Да, Хандулаев уже решил пробить все-таки, но как раз-таки, когда можно было отдать передачу. Лежит на газоне Ахмаев. Умаханов. Здесь еще удар, и снова мяч залетает в сетку ворот. Кто пробил? Алданов, Гамзат. Может пробить. Здесь уже двоих вокруг себя собрал. Передача на левый фланг. Салихилов налево. Абдурашидов. Пайзулаев. И вот такой удар. Абдулаев отражает перед собой. И все, друзья, 5 минут добавлены были. Пайзулаев. Кстати, не вышел в старте по какой-то причине Пайзулаев. Наверное, товарки пропускал, да? Пайзулаев с носка бьет! Пожалуйста вам! Вот вам, друзья! 2-1! Магомед Расул Пайзулаев с носка! Неожиданно для... Есть в команде человек, разбирающийся в футболе, как Фатулаев. Команда может добиться чего-нибудь. Здесь передача хорошая. Пайзулаев, отличный удар. Гаджи Абдулаев отражает его. Ахмаев. Не доходит мяч до партнера. Здесь Хайсбулатов читает. Ошибка. Нарушение правил, возможно, было. А теперь контратака. И Пайзулаев. Передача на Алимагомедова. Удар по воротам. Пожалуйста. Пайзулаев голевая. Алимагомед. Магомедов от... Калсинов. Арсламбеков. Слева опасно. И пожалуйста. Ну, вот вам и Улуби Арсламбеков со своей левой ногой. И Маханов. Скидка на Билалова. Билалов сохранил Билалов. Передача на Маханова. Дальше на право. И изящно мог перекинуть Джа Абакаров. Это не получилось обыграть у Магомедова. Остается с мячом команда Имамат. Хорошая возможность. И пожалуйста! 3-3! И снова это Магомед Расул Пайзулаев отдает на Али Магомеда. Магомедова на 50.